Конгресс Международного союза конгобежцев внесен самый животрепещущий вопрос современности о возрастных параметрах в фигурном катании. Если предложение делегатов от Нидерландов власти примут, минимальная граница перехода из юниоров во взрослые будут превышены сразу на 2 года. То есть следующей чемпионке будет не меньше 17 лет. Королевская голландская конгобежная федерация не успела внести это предложение на повестку Конгресса в обычном порядке до 1 декабря 2017 года, потому что олимпийский сезон был в разгаре. Пришлось подать его как срочно, уточняет голландский судья Йерон Принц. Каковы причины для того, чтобы изменить возрастной лимит? Во-первых, на взрослых чемпионатах мира и олимпиадах нужно показывать зрелых спортсменов со сбалансированной программой. Во-вторых, это улучшит имидж нашего вида спорта, позволит кумирам дольше выступать, радуя своих поклонников. В-третьих, мы перестанем терять взрослых фигуристов, которые заканчивают карьеру, потому что не в состоянии выполнять то же, что могут совсем юные. В-четвертых, у нас и так самый низкий возрастной лимит из всех зимних видов спорта. В-пятых, стоит посмотреть на вид, сопоставимо с нашим, спортивную гимнастику, где лимит для девушек равен 16 годам, а для юношей 18.